Привет. В эфире очередной выпуск новостей детского движения Москвы. Программу ведут Иван Лаврухин и Оксана Кравченко. Сегодня... А теперь отправляемся на праздник. Все в дворец творчества на юбилей. Московскому дворцу детского и юношеского творчества 75 лет. Сегодня в нем занимаются более 15 тысяч детей. Здесь надо видеть каждого ребенка, и каждый ребенок найдет себе занятие по душе. Это очень знаменательная дата. 50 лет назад был построен прекрасное новое здание дворца, в котором мы и сейчас работаем. И самое главное, открылись разные новые направления. Например, компьютеры, видеостудия. Это тоже новое направление, такого никогда не было. Например, робототехника. Никто 75 лет даже не подозревал назад о том, что могут быть роботы. Здесь, во Дворце детского творчества на Воробьевых горах, занимаются будущие великие ученые. Дима, а над каким проектом вы сейчас работаете? Ну вот, например, растения для дальних космических полетов, для обеспечения космонавтов пищей. Ты придешь, или твои там подружки придут сюда учиться, им расскажут, какие разные птички бывают, чем они питаются, как их надо охранять, как они где гнездятся, куда они на зиму улетают, если улетают. Те, кто ходит в этот кружок, занимаются в этих на занятиях, они и лучше учатся. Макет железной дороги создали более 20 лет назад. Это не просто экспонат, а настоящий город, в котором есть дома, мосты и люди, которые наверняка сейчас торопятся на работу. Если бы не было бы двух кнопок на краях, она бы упала. Если бы на одном был край, на другом нет. Центр тяжести. Ребята, ура, у меня получилось!